Да мне кроме формы ему надо в школу купить еще гаджеты какие-то, не считая этих ручек, тетрадей, дневников, в общем, фломастеры какие-то дорогие, я не знаю, они их золото что ли делают. Кучу всего надо купить, и я не знаю, как этот сентябрь пережить. Думаю, каждый родитель попадал в такую ситуацию, когда и в школе выдают список того, что надо, и... Ребенок требует какие-то гаджеты, объясняя, что они ему крайне необходимы для учебы. Да и производители различных предметов и аксессуаров для обучения с важным видом утверждают, что без их предмета вот точно не обойтись. И он абсолютно необходим для того, чтобы ребенку нормально учиться в школе. В этом видео мы разберем, что в действительности нужно ребенку для обучения в школе, а что является скорее блажью, чем необходимостью. И обязательно досмотрите это видео до конца, там вы узнаете про необходимые гаджеты для успешного обучения в современном мире. Итак, как мы будем все это разбирать? Мы разделили все предметы для обучения на две большие группы. Обязательные, которые необходимы для обучения, и желательные, но не обязательные, без которых, в принципе, можно обойтись. Начнем с обязательного. Естественно, ребенку нужны ручки, нужны карандаши. Особое внимание я бы обратил на ручки, потому что с ручкой ребенок проводит большую часть процесса обучения, и в действительности от выбора ручки очень много зависит, потому что это и скорость письма, и правильный хват, и, соответственно, то, насколько красиво ребенок будет писать. И в зависимости от этого, какие оценки учитель будет ставить. Да какие разные ручки? Ручка вообще, по моему мнению, не влияет на обучение. Но в действительности ручка – это основной рабочий инструмент ребенка. Можно вообще с обувью сравнить. Если одеть какую-то плохую обувь или вообще идти без обуви, то, скорее всего, ты пройдешь значительно меньшее расстояние и получишь больше травм. Да, там мозоли какие-нибудь, в общем, результат будет значительно хуже, чем с хорошей, удобной обувью. С ручкой то же самое. Хорошая ручка, и она не обязательно дорогая, она позволит ребенку писать лучше, быстрее, почерк будет более ровным, красивым, ну и учителя будут больше хвалить. Вообще, по выбору ручек хочу отдельно остановиться, потому что часто вижу ошибки, которые делают родители. Идеальный вариант ручки – это вот какая-то простая ручка, не автоматическая, у которой в сечении такой треугольничек, да, трехгранная. Почему? Потому что правильное удержание пишущего инструмента – это вот такой клювик, три пальца держат, и, соответственно, ребенок пишет. Ну и на вот эти ребра пальцы мы кладем. Очень плохо, если родитель, ну, это присущее бизнесменам, чиновникам, когда родителю подарили большую, тяжелую, дорогую ручку, и он дарит ее ребенку, и ребенок вот ходит с этой дорогой ручкой и ей пишет. Проблема в том, что такие ручки предназначены не для письма от руки, а для того, чтобы какой-то руководитель ставил свою подпись. И они не предназначены для процесса обучения. То есть вот такие самые простые ручки с, значит, где место удержания не более 1 сантиметра, где треугольное сечение, где вот эта шероховатая поверхность, чтобы пальчики не скользили, это лучший выбор. Не покупайте ручки автоматические, потому что они уже толстые слишком, да, потому что сюда нужно еще пружинку поместить, и, соответственно, они становятся толще. Не покупайте ручки с пастами разных цветов. Они очень толстые, потому что здесь, соответственно, расположено несколько паст. Не покупайте ручки, где сзади на колпачке какая-то фигурка, какой-то персонаж из мультфильмов. Лучше купить какую-то отдельную игрушку, если ребенку очень хочет. Потому что, во-первых, она отвлекает ребенка от процесса письма, ну, а во-вторых, за счет большого веса она перетягивает. Ручка должна быть простая, легкая. Ну и большинство таких ручек, они есть у
абсолютно разных производителей, они достаточно дешевы. На втором месте это простой карандаш, потому что ребята, начиная с начальной школы, начинают что-то чертить. Это может быть обычный карандаш, но он должен быть не твердый. ТМ, твердо-мягкий или мягкий, для того, чтобы грифель не ломался. Ну, а вообще в продаже есть еще автоматические вот такие карандаши. Можно приобретать их. Вот у меня не лучший вариант, да, лучше брать вот похожие на вот такие ручки, где у нас такой грифель автоматически вылезает, и в принципе тоже очень удобные карандаши, которыми ребенок будет пользоваться. Кстати, они очень хороши для исправления почерка. Если ребенок очень сильно давит на ручку и видны выпуклости с другой стороны, потому что ребенок очень сильно нажимал, когда писал, то, скорее всего, он слишком сильно давит и рука устает. Так вот, можно тренироваться и писать на черновиках вот таким механическим карандашом, потому что, когда ребенок будет слишком сильно давить, то вы услышите характерный звук, это грифель сломался. И такой карандаш, соответственно, становится такой профилактикой излишнего давления. И больше таких лайфхаков, связанных с обучением, я бесплатно раздаю у себя в телеграм-канале. Ссылка на него в описании под этим видео. Переходите и подписывайтесь, ну а мы идем дальше. Нам достаточно абсолютно обычных, простых тетрадок, без каких-то ярких обложек, то есть вот обычные ученические тетради на 12 или 18 листов. Ну и есть уже в средней школе, да, начинаются 48-листовые тетради, более толстые, в которых ребенок что-то записывает на таких предметах, как география, история. И они достаточно дешевые, более того, качество у них зачастую намного выше, чем у, значит, более дорогих тетрадей с какими-то яркими обложками и с какими-то, например, диснеевскими персонажами. Вообще, когда вы покупаете ребенку какую-то тетрадь с какими-то персонажами, вам нужно понимать, что вы будете всегда переплачивать. Потому что правообладатели вот этого персонажа всегда получают роялти, то есть оплату с каждого проданного экземпляра любой вещи, тетради, ручки, там, красок, где этот персонаж используется, ну, потому что так устроен рынок. Кстати, поделитесь вашим мнением, а вы покупаете своему ребенку такие яркие тетрадки, ручки, в общем, супер яркие канцтовары? Считаете ли вы их полезными, нужными или, наоборот, вредными и отвлекающими? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, ну а я с удовольствием почитаю. Ну и также есть список необходимых канцтоваров, который не такой уж большой и не такой уж дорогой. На ИЗО вам скажут, что нужны какие-то краски, краски недорогие, какие-то кисточки, ну то есть они стоят каких-то вменяемых денег. Цветные карандаши, цветные фломастеры в зависимости от предмета, на которых они нужны. Ранец, ну и в принципе все, что ребенку нужно. Кстати, когда мы говорим вообще про покупки канцтоваров и предметов для школы, то очень рекомендую использовать этот процесс для развития своего ребенка. Ведь в чем задача и цель родителя? Цель заключается в том, чтобы вырастить ребенка, максимально адаптированного к этому миру. И умение пользоваться деньгами – это как раз-таки очень важный навык. И здесь можно ограничивать ребенку бюджет, и он сам должен вот по списку закупить себе какие-то канцтовары. И дальше уже на маркетплейсах думать, сравнивать. Это очень полезный для жизни навык. То есть вы фактически и самостоятельности ребенка учите, и полезный навык позволяете выработать. Естественно, ребенку вначале нужно помогать, да, когда он там собрал корзину. Перед оплатой вы должны проверить и внести какие-то коррективы, либо дать рекомендации. Правда, вам
важно понимать, что вот эти все ручки, тетрадки, карандаши – это всего лишь инструменты. И то, как ребенок будет учиться, будет ли ему нравиться учиться, будет ли у него получаться, зависит скорее от его навыков, умений, от того, как учебный процесс выстроен, как сформирована его учебная мотивация. Это значительно важнее, чем инструменты. Про то, как сформировать мотивацию к обучению, про то, как сделать так, чтобы ребенок самостоятельно делал домашние задания, я рассказываю на своем 5-дневном бесплатном интенсиве для родителей ребят с 1 по 8 класс. Там я даю конкретные инструменты, что нужно делать, чтобы ребенок полюбил учиться и понял, что для него это важно, а главное, чтобы у него начало получаться. Ссылка на этот интенсив в описании под видео. Регистрируйтесь, приходите, будет точно очень полезно. Следующая группа полезные, но не обязательно. Что это вообще за группа? Если ваши финансы позволяют, если вы хотите с помощью вот таких инструментов, да, добиться большего интереса ребенка к обучению, чтобы там какие-то, значит, красивые маркеры складывал в свой красивый рюкзачок, то, естественно, можно их приобретать. Итак, что это такое? Это всякие стикеры, лайнеры, маркеры. Особенно они становятся актуальны в средней школе, когда ребенок учится работать с материалом, структурировать материал, подчеркивать какие-то термины, да, делать какие-то выделения. Также очень полезны всякие подставки для книг, да, для того, чтобы вот книжка перед глазами находилась под правильным углом. То же самое, что и, например, пенал. У меня большую часть моего обучения в школе пенала в принципе не было, потому что был в рюкзаке определенный кармашек, где у меня вот всякие ручки, карандаши, точилки хранились. В нашем с вами детстве тоже были и цветные маркеры, и цветные ручки, и, например, в средней и старшей школе моя тетрадь больше походила на какой-то арт-объект, нежели на тетрадь. Все было перечеркнуто разноцветными ручками, подчеркнуто яркими фломастерами, и так процесс обучения был для меня легче и приятнее. Ставьте лайк под этим видео, посмотрим, сколько нас таких. Ну и теперь, как и обещал, рассказываю про гаджеты. То, чем наше детство отличалось от детства современных детей, ну, я 87-го года рождения, это как раз-таки наличие гаджетов. Нужно понимать, что стационарный компьютер или ноутбук ребенку в современных реалиях просто необходим. То есть ребенку нужно уметь пользоваться интернетом и даже в начальной школе, ну а тем более в средней школе, искать какие-то материалы, что-то распечатывать, что-то печатать, в общем, активно пользоваться интернетом ребенку просто необходимо, если он учится вот в этот период времени. Естественно, компьютер у ребенка должен быть. Ну а лучше, чтобы, конечно, это был стационарный компьютер, оборудованное рабочее место, где, соответственно, он будет учиться. Как ребенок будет его еще дополнительно использовать, это зависит от вас. Очень часто родители покупают мощный игровой компьютер, и ребенок не только, значит, с помощью него обучается, но и с помощью него играет. Это нормально. Ну а что касается дополнительных гаджетов, всяких планшетов, крутых телефонов и так далее, важно родителю не обманывать себя. То есть не тешить иллюзии, там, покупая эти планшеты, что ребенок будет использовать их там для дизайна или для программирования. Скорее всего, ребенок будет использовать для игр.